Сегодня видео в 2 игры. Погнали. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смел. У нас рулеточек, в принципе, что-то новое. И у нас есть целых 2 игры, чтобы поиграть. Пока рулетка крутится, конечно же, подпишитесь на канал, поставьте лайк, и больше будет всяких видео, потому что, как видите, тут 2 игры, еще будет третья скоро. И что же выпадает? Итак, вот такая игра. Видите, пока что как-то так. Так, что тут есть? Тут есть новая игра, параметры и выход. Наверное, выход нашему. Ой, нет. Так, что есть в параметрах? Так, тут есть код, тут есть постер, тут есть... Это что, Мира? Мира, когда уже приедешь на работу, скучно. Утка. О, утка. Ладно, хорошо, понял. Ответить. Тихо, ВК. Я полумертвая труп. 6 недель спустя. Почему в канализации ВК? Мира, как? Как ты могла разбить мой квадрокоптер? У меня есть ответ. Никак. Левая кнопка мыши, чтобы раскрыть дыру. Только сейчас дошло, в какую еще дыру? Не понимаю, в смысле раскрыть. Ладно, сейчас попробуем что-то поделать. Так, пока что кучу бумажечки. В общем, пишите в комментарии сейчас, нравится ли вам эта игра. Лол. Смешно. Да, очень смешно, особенно дальше. Ой. Да давай ты. Итак, как я на записи видео молчал почему-то, объясняю. Я что-то делаю и офигеваю. Ну, нормально вообще. Жарит реально. Ой, разогреваем. Опять же, как видите, из меня получается плохой видеомейкер. Как видите, что-то произошло, а я ничего не говорю. Хочем, верим, хочем, нет, что нам... В принципе, да. Итак, лесничество. Елен. Окей, let's go. Snake Dungeon Master. Что происходит? Итак, у меня такой же вопрос, что происходит, и вообще тут взорвалось, как бы, почему я не комментировал-то на видео? Я не знаю. Ну, в общем, как видите, я ем куриц, там куча змей. И вообще, вот видите, да? То есть монтаж спасает ролик. Если бы я не комментировал сейчас, то тогда бы тоже не получилось ничего. И у меня был бы скучный ролик, а сейчас я это ем, читаю. Ой, ну я не ем, но в принципе, неважно. Ты шанс убежать, убегай. Чё он встал? Он сейчас умрет же. Убегай. Ну ладно. Так, всем привет, или здравствуйте. Да, начинаем проходить дальше игру. Просто я отходил на 2 дня или сколько. Я вообще без понятия. Короче, что в этой игре надо делать, я помню. Как удивительно. Так, короче, сейчас мы проходим вот этот уровень. Тут надо скушать собачку сейчас. Опа. А собачка-то... Вкусная была. Все, понял. Итак, сейчас мы наблюдаем интересный процесс спаивания всей воды, птицы. Ну, там еще чуть-чуть будет, но в принципе тогда. Так, ладно, неважно. Это мы оставим вопрос на потом. Сейчас у нас главный вопрос, это как засосать фургон. Вопросов больше не имею. Прошли этот уровень. Итак, что же я тут вижу, вы скажете, точнее спросите. Я вижу тут кукурузу, получается, из которой можно сделать попкорн. Логично, если я
возьму костер и положу его сюда внутрь. Потом возьму кукурузу и будет попкорн, птички прилетят. Ну, в общем, так и произойдет. Это был спойлер. Ха, простите. Я бы советовал тем людям, кто в палатке, людям, неважно, выйти из нее. Кому же не интересно без спойлеров? В общем, что тут можно заметить? Тут можно заметить зайцев. Если зайцев покормить в Майнкрафте, то как мы знаем, что будет? Правильно, размножение. И поэтому можно будет сейчас их скушать, а там будет происходить страшные вещи. Я, конечно, ничего не намекаю, но я ничего не понимаю. Как бы, да? Итак, как я и говорил, сейчас будет проходить то что, о чем я говорил. Вот. На ваших экранах это произошло. Да, вы это увидели. Класс, вы молодцы. В общем, да, у них было весело там очень, наверное, да? Ну и зайчики, конечно, зайчики хорошие, зайчики. Вон у них до сих пор там что-то происходит. Все зашло слишком далеко. Я сейчас, наверное, там до миллионов размеров размножу, сделаюсь. Да. Куда? Как вы понимаете, произошло что-то очень страшное. Лучше бы вы этого не видели. Итак, в общем, на этом видео подходит к концу. Все, всем пока. Короче, видео не было 4 недели, месяц, короче, наверное. Извините, пожалуйста, я ленивый. Все. А, да, хотел сказать, продолжение будет, ждите.